Беседа о кротости Иоанна Златоуста. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Кроткое обращение с обидчиками делает славными. Из многих и великих дел, украшающих жизнь праведников, больше всего делает мужей славными то, если они ведут жизнь добрую и кротко обращаются с обидчиками. Так Моисей, кротко перенося неистовство иудеев и молитвами спасая своих врагов, удостоился небесной славы и чести выше других и назван другом Божиим. Так Давид, щадя врагов и противников, приобрел себе великое благоволение и любовь Божию. Подлинно эта добродетель может украшать всякого человека, особенно же людей, облеченных властью. Ибо удерживать себя, тогда как власть позволяет тебе делать все и иметь руководителем своих действий закон Божий, это приносит великую честь и славу. Так и Павел, и Петр, достигшие до высоты небесной за свою добродетельную жизнь, более других добродетелей просияли кротостью, воздавая честь злословящим их, благотворя врагам, часто своими молитвами спасая побивающих их камнями. Они знали, что это дело особенно приятно Богу, и больше всех добродетелей прославляется на небесах. Посему они и собственную жизнь украшали кротостью, и других людей увещевали к ней. Также, видя и Стефана, молящегося за врагов среди опасностей, мы удивляемся столько же его кротости, сколько и его подвигам. Итак, если мы имеем столько и таких вождей смирения, то будем побуждать самих себя и друг друга идти по следам их, и кротостью служить Богу, так как это служение Он принимает с большим благоволением, нежели все другие добродетели. И блаженный Павел, намереваясь показать добродетель апостола, изъявляет желание, чтобы служитель Христов особенно отличался кротостью. 1 Тимофею, послание апостола Павла 3:8 и Титу 3:2. И хотя он, если бы захотел, мог бы указать на многие качества, украшающие апостола, на изгнание бесов, на воскрешение мертвых, однако, оставив все это, он непрестанно говорит о смирении, повествуя и объясняя, как кротко он обращался с врагами, дабы убедить и нас идти по следам его и быть добрыми и кроткими. Итак, по справедливости должно последовать этим святым и поставлять их образцом своей жизни, чтобы, просияв всякими добродетелями, мы могли получить обетованные блага. Аминь.